Кофемашина Bosch, Vero Кафе Латте. Сделаю небольшой обзор. Машина уже включена. И вот выставлены регуляторами. Вот так выглядит машина. С левой стороны это бак. И здесь это включение сети. Ручки, верхняя ручка, регулировка количества налива кофе. Нижняя ручка, регулировка количества помола на порцию. Ну и дальше ручки пар, старт и так далее. Вот такой диспенсер. Отсюда внизу выходит кофе. Это капучинатор, и в то же время здесь горячая вода. Вот такой у нас есть поддончик с решеткой для капель. Это правая сторона так выглядит. Сюда засыпается молотый кофе, если мы работаем в режиме с молотым кофе, а не зерновым. А здесь у нас находится заварочный узел. Вид сверху. Но поскольку при включенной в сеть машине я открыл вот этот лоточек для молотого кофе, то машина понимает уже, что будет режим молотого кофе. Я туда, естественно, кофе молотый не закладал. Но сейчас покажу, как режим будет псевдо работать. Вот нажимаю старт. На дисплее показывается процесс налива. То есть таким образом можно проверять работу машины без кофе. Ну и в то же время идет, таким образом можно промыть заварочную группу. Вот псевдорежим молотого с молотым кофе. Если я нажму сейчас на кнопку старт, то прекратится работа налива. Ну а сейчас сделаем проверку работы в режиме с зернового кофе через кофемолку. Ну вот, слышите, заработала у нас кофемолка. Кофемолка с керамическими жерновами. То же самое на дисплее будет показан налив. Вот уже выходит здесь кофе. В верхней части чашки кофе с воздушными пузырями, а внизу уже, видите, темный. И сверху формируется крема, пенка. Вот
Так. А сейчас я покажу, как можно сделать капучино или макиато. Для этого нужно нажать кнопку пара. Неудобно. Вот. Нет, еще. Так, все. Мигает, греется система под пар. И вот написано потянуть. Что я сделал? Молоко с холодильника. И делаем налив. Вот так вот. Это у нас получилось. Теперь берем, ставим под диспенсер и нажимаю. Вот так у нас получился капучино. Ну, на этом все. Ну, вот так получается у нас то, что называется таблетки. Вот что в поддоне у нас. Какое-то количество воды, естественно, есть, потому что эта серия так работает. И вот что у нас получилось тоже. Пусть только немного постояло. Все, обзор завершен.